Ну, пойдем на озеро. Все, да, сфотографировала тебя. Да, бобры постарались, конечно. И здесь тоже? А, это старые, да, погрызены. Ну, много, смотри. Кто грыз-то? Собаки или бобры? Вот одуванчики уже вечером закрыли. Видишь, головки свои спать легли. А тут целый лягушачий концерт. Во, бобры учудили, ты глянь. Да, вот эти тоже они срежут. Думаешь, эти тоже срежут? Конечно. Ну да, молоденькие деревья. А самих-то бобров не видать? Нет. Нет? Лягушки замолчали, нас боятся. Ну, ладно, смотри. Подойди, подойди, вас увидишь. Он шевелится там. Притихло. Такое дерево. Почему не загубил, конечно, но погрыз капитально. Вот он, дружочек, плывет. Вот он, маленький, плывет. Бобрик тут живет, хорошенький такой. Вот кто грызет тут деревья. Такой маленький это грызет. Да, маленький, удаленький. И куда этот маленький поплыл?
Лягушки тревогу подняли. Пиво у меня. Ой, ты красивый какой. Он умывался, пап сидел. Он умывался, сидел на бревнышке. Быстро плавает, однако. Вон, пап, напротив меня бобрик сидит, умывается. Смотри, полез, где береза. Где береза, вон бобер. Травку ест. Ау. Не снимает у меня, жалко. Жаль, не видно. Вон, прям напротив, под березками рыженький сидит бобрик. Взял себе какие-то листочки и грызет. Второе поплыло что-то. О. Встретились. Может, это андаттеры, правда? Смотри, хвостик такой у них длинный. Водяные крысы, наверное, это. Поздоровались и разошлись дальше. Каждая в свою сторону. Ты кто? Рыжик, а рыжик, ты кто? Это водяная какая-то, как крыса. Это не бобер, по-моему. Ты кто, рыжий, а? Это, наверное, водяная крыса. Сидит, умывается. Ого, концерт. А там так и сидит водяная крыса, рыжая, умывается, большая такая, жирненькая. Как ее снять, не знаю. Вон она сидит себе. Да, это не бобер. Ты, крысик.
Сядьте, не смотри, было.